Сарика Продакшн Студио. Друзья, привет. Привет. Здравствуйте, привет. Лера Рыжкова, 15-летняя наша ученица, юная, только что начинающая жить. Угу. Да? Мне 51, ей 15. Просто цифры переставлены. Да. Вот. Мы можем поменяться. Мне будет 51, мне будет 15. Лера Рыжкова пришла на очередной урок для того, чтобы начать учить. Какую по счету песню? 15-ю. 15-ю. Это будет юбилейная песня. Дело в том, что мы до этого сняли «Кукушку», да, в аранжировке Ольги Кормухиной. Да. А сегодня мы делаем... Кстати, эта песня папе понравилась. Он очень любит эту песню, видимо, и даже он был доволен. А мама Лерина написала под тем видео, что теперь для мамы надо что-то сделать. Да. Лена? Да. Елена, да. Значит, мама Елена. Вот теперь, значит, мы делаем подарок для вас, потому что вы любите репертуар Ани Лорак. Вот, значит, ваша дочь споет песню «Я выбрал солнце». Mm-hmm. И эту песню мы будем сильно-сильно делать, потому что она очень вокально тяжелая. Лорак же, она орет, похоже, как и Гагарин. Они там одинаковые, такие, вот это все. Вот, но мы будем учить и выложим классное выступление. Да, как классный. Попало делать, это не наша да, тема, это да? Не наш, да? Ну вот. Все, поэтому мы начинаем работать. Все, я побежал, все, я значит пошел на это. Да. Сейчас фонограмм. Давай. Вот так вот. Давай. Да. А теперь ты. Я тебе показал жестокий мастер-класс. А теперь ты давай. Кто приходит? Давай, близко микрофон. Очень хорошая артикуляция. И поехали. Кто приходит? Нет, это, во-первых, микрофон далеко, надо вообще вот так вот губам вот так привяжи его. Давай. Ну, как кукушки. Да. Кто приходит и заводит эти часы? Занизила, видишь? Изи, все. Эти часы. Держи, давай. Кто приходит и заводит эти часы? О, видишь, чисто. Словно наши дни возводит солнце на весы. Нет, не запой, подожди. Словно наши дни возводит... Давай. Словно наши дни возводит солнце... Фальшиво. Не держишь, милая, еще раз. Наши дни возводит солнце на весы. Дни... Как мы жили, не ценили каждый светлый час. Мы с тобою позабыли все, что выше нас. Там во вселенной. Еще раз давай выравниваем. Мне нужно, чтобы мелодию вела уверенно, не шаталась. Давай, пошатываешься немножко. Хотя там петь нечего. Эти часы, словно наши дни, возводит солнце на весы. Подожди. Словно наши дни возводит, спой. Словно наши дни возводит. Ну да, а ты дит, непонятно, что поешь вообще. А. Словно наши дни возводит солнце. Все классно должно быть. Эти часы, словно наши дни, возводит солнце на весы. Дни до разлуки. Дальше. Как мы жили, не ценили каждый светлый час. Мы с тобою как мы жили, не ценили каждый светлый час. Вот так. Угу. Еще раз давай. Как мы жили, не ценили каждый светлый час. Дай. Знай, сердце разорваться может, любя. Любя. Нет, ну
ты же должна была знать. Не знаешь? Не, да? Ну я знаю, но там она по-разному делает. Поэтому я спрошу, как мы она сделаем. Она одинаково делает, мы сделаем так же, как она. Угу. Знаю, сердце разобьется, что там? Разрываться. Может, любя, там, да-да-да-да, понимаешь, вот это вот, мелизматика, да? Техническая фигня, давай. Знаю, сердце разорваться может, любя. Так поточнее, мажешь. Должно быть. Знаю, сердце разорваться может, любя. Поточнее. Не замедляй, зачем? Надо и опять. Жить не любя. Любовь моя. Ти-на-на-на и так далее. Давай. Знаю, сердце разорваться может, любя. Ты торопишь слишком. Ты нервно делаешь. Не любя. Любя. Да, понимаешь, все в ритмике. Давай. С самого начала весь куплет.